На улице Олега Кошевого в Мурманске жильцы не раз получали травмы на лестницах, где ступени буквально разваливаются под ногами. Обращения и жалобы, которые год остаются без должного внимания. В этот раз проблему пытаются решить депутатским составом Мурманского городского совета. Претензий к работе управляющей компании у Нины Калмановой почти нет. После смены дворника рядом с домом на улице Кошевого стали убирать. А перед проверкой депутатов коммунальщики и вовсе расстарались. С контейнерной площадки увезли скопившийся хлам. Но главная проблема во дворе, по мнению женщины, это ветхая лестница, которая крошится прямо под ногами пешеходов. Вот видите, поручни есть, так, слава богу, поднимемся по этим поручням. А так посмотрите сами, вон что, чтобы лесенка вся развалилась. Даже дворник в этом году 2 раза упала, чистя эту лесенку. А до этого женщина руку сломала на этой лесенке. Вот. И никаких мер не принимается. Жильцы не раз обращались к специалистам управляющей компании, писали письма в жилищную инспекцию. Но ведомства, видимо, сами не могут разобраться, чья же это зона ответственности. В итоге и вовсе свалили реконструкцию объекта на фонд капитального ремонта. Депутаты обещали разобраться и починить сломанные ступеньки. В нашем городе, которым снег и лед составляют очень большие препятствия для жителей города в течение полугода, не должно быть, конечно, разрушенных лестниц. Каждая лестница должна быть в надлежащем состоянии. С перилами никаких разрушений не должно быть. Я сегодня же направлю запрос в администрацию города Мурманска, и мы эту лестницу приведем в порядок в этом году. Народные избранники, в отличие от жильцов, уборкой территории недовольны. Тротуары, которые идут к школам, не чищены. Оттепели и дождь кое-где обнаживший асфальт не спасает плохую работу коммунальщиков. Неопрятно выглядит и детская площадка. С лопатой, горкам и качелям, которые вросли в снег, за всю зиму никто ни разу не подходил. Вот детская площадка, мы видим дети, ну как в гетто каком-то. Дети вот ползают по этому снегу, вроде хочется погулять, а пройти на детскую площадку невозможно. Кто за это должен отвечать? Ребят, если вы взялись зарабатывать себе на кусок хлеба, работая в управляющей компании, так вы его зарабатываете. А здесь мы видим, знаете, какое-то такое благодушное состояние работников. Через несколько недель депутаты собираются снова проверить этот двор и оценить, насколько эффективно устраняются те замечания, которые в этот раз направят в адрес руководителя управляющей компании.